уже откатал. Смотрите, подарочек, север внутри. Эх, красота. Сейчас там люди еще катают, и мы пойдем с вами немножечко понаблюдаем над, за этим. Температура воздуха плюс 18, море плюс 18, море вообще теплое. Сегодня чуть не утонул, но об этом вам не стоит знать. Если расскажу, ну ладно, в конце сюжета попробую немножечко озвучить, что это было. У нас большая группировка кайтеров, очень сложная волнишка, очень сложно резаться. Ну, я как сказал, к концу видео расскажу, что вообще происходило. То есть и людей очень много собирается, потому что здесь у нас еще и в Лазурном береге также разместили людей, которые приехали сюда из Херсона. То есть у нас весь Пионерский проспект заполняется этими ребятами всем. Желаю, чтобы всех было все хорошо. Все радостные, у всех все классно, это самое важное. Ветер сейчас дует очень сильный, ну, метров, наверное, уже 11-12. Видите, как сильно метет песок. Это вот как раз-таки говорит о том, что выше десяточки. Здесь мы еще находимся как в трубе, и поэтому здесь продувание гораздо сильнее. У нас с собой Орланчик, который нам даст сейчас, ну, как контраст, вот, ребят, Азаровский в майке, люди в куртках, в шапках. Даст возможность посмотреть, немножко порискуем, попробуем красивые кадры поснимать. Сейчас сел покушать, так делать нельзя. Это вот наши девочки фотографируют нас. Также они катают на виндсерфинге. Людей можете увидеть, что очень много на пляже, несмотря на вот этот сильный ветер. Какая красота. Все приходят посмотреть на вот это вот чудо, которое творят наши кайтеры, любители моря. Я сегодня уезжал настолько далеко, что, говорят, мой кайт был еле виден, потому что мне зарезаться было по-другому никак. Понаблюдать, как ребята раскатывают. Ветер усилился, им гораздо легче все это делать, чем в тот момент, когда я катался. И уходит обратно. Волны сегодня такие очень сложные для прохождения заряда. Ох, 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 вот так вот летает. Красота. Мне сегодня на мой вес девяточки было маловато и не получилось ни разу выпрыгнуть хорошо. Вот Александр пошел. Ну давайте попробуем взлететь и поснимать их с воздуха. Надеюсь, что наш Орлан вернется. Красота, конечно, просто потрясающая. Подняли квадрик, и первое, что увидел, что вот там с правой стороны на горизонте происходит что-то непонятное. Решил пролететь, посмотреть, что же там творится. А там происходило следующее. Давид, это кайтер, у него что-то случилось с кайтом, или там стропа срезалась, или просто замесило кайт. Вот сейчас в левом углу, видите, его начинает закручивать волнами. Александр выходит на берег, чтобы кайт не улетел дальше, потому что это полный отстрел, соединение между кайтером непосредственно и самим кайтом нету, и чтобы его спасти, надо остановить кайт на берегу, иначе его там дальше понесет, унесет, ну, на домики, на все то, что осталось еще. Я возвращаюсь на круг, чтобы подлететь поближе, потому что довольно-таки сложно против такого ветра управлять квадрокоптером, и вы можете увидеть, что Александр уже достал кайт и пытается его расправить и спустить, при этом он сам прицеплен к своему кайту. Его также может каким-нибудь порывом дернуть. Поэтому он убирает кайт в край окна, кладет его на воду. То, что он и мне говорил, если, Юра, не справляешься, делай вот так вот, если некому принять, то тоже отстреливай и сам забирай свой кайт. В общем, пытается его спустить, но система, походу, там очень сильно закручена, у него это не особо получается, потому что одной рукой все-таки приходится еще держать кайт в крае окна, потому что он всегда стремится подняться вверх и может выдернуть его. И с двумя кайтами это будет просто беда. Да, эту ситуацию видел еще один кайтер, и вот он на всех парах несется на берег, чтобы помочь Александру как раз таки спустить этот кайт. Я вот честно не вижу, Сергей это или нет, поэтому не буду косячить с именами. В общем, подбегает, видите, тоже спрыгивает с доски и помогает Александру спустить кайт. Здесь я замечаю, что наконец-то преодолевает волны сам Давид, и уже со своей доской, он ее, кстати, не потерял, в отличие от меня сегодня, выходит потихоньку из волны. Можете увидеть, как это масштабно смотрится. То есть люди покоряют стихию, но опять-таки это взаимопомощь, поэтому я, в принципе, не стремлюсь к тому, чтобы
чтобы кататься одному, неизвестно, какие ситуации случатся. И сегодня очень благодарен Галине, но об этом позже в конце видеосюжета я расскажу, как я чуть не утонул, и о том, как удалось спастись и как мне помогала она. Видите, Давид выходит, все хорошо, и мы видим, что здесь кайт уже спущен, Александр уходит непосредственно в волны обратно покорять стихию. И вот те самые строения, видите, которые по регламенту города Анапы должны быть полностью убраны, все вот эти зонтики, они не должны оставаться на берегу, но здесь они остались, лазурный берег, причем, к сожалению, ну, пока косячит в этом, хотя частично я вижу, что техника работает и убирает, возможно, в этом году все-таки они поубирают все свои домики, которые есть у них на пляже. Здесь мы увидели только что с металлоискателями ребят, те, кто ловит рыбу, те, кто просто гуляет с семьями, с детьми. Кстати, это ребята были непосредственно, которые приехали к нам, беженцы, находятся у нас некоторое время с надеждой на то, чтобы обратно вернуться в свой Херсон. И посмотрим немного, как это выглядит. Я не представляю, если смотреть на мониторе в 4К, как смотрятся волны, кайтеры и все то, что здесь есть. Решил вам показать еще речку Мажипсин на вылете. Это заканчивался первый полет, но смотрится, конечно, вот я сейчас лечу с попутным ветром, то есть управлять квадриком одно удовольствие. Смотришь, люди гуляют, тут людей стало много, потому что и в Лазурный берег заехали беженцы. Я разговаривал с женщиной, очень сильно переживала за собачку, то есть люди не за себя переживают, что они без дома остались, говорят, тут собачку отбегает, у нее что, хозяев нету? Я говорю, не переживайте, видите, она не худенькая, у нее все хорошо, значит, ее подкармят и будет только классно. Александр пошел заходить в воду на второй мой заход, уже перезаряжена батарейка, потому что она садится здесь практически моментально, и давайте посмотрим, как он будет сегодня прыгать. Но это у нас не Александр, это кайтерша или кайтер, я вот всех путаю, потому что обычно здесь девочка каталась вот на таком же кайте, поэтому, может быть, я ошибся. И вот он, Александр, я его увидел, он разгоняется и готовится к прыжку, вот так вот. Жалко, что это без кайт-лупа, но у него всегда, когда на камеру, вот эти 1000 прыжков делает, приземление все супер, когда на камеру поставили какие-то косяки. Вот здесь он плохо приземлился, ну, самое главное, что элемент был выполнен, и все по красоте. И вот так вот заходят волны, видели, как приходится преодолевать их, а когда ты стоишь, и волна поднимается выше тебя, и ты на нее смотришь, то ощущение гораздо более круче. Сегодня вот уходя еще гораздо дальше, чем вот сейчас, это снимая Александра и второго Александра, который идет на желтом кайте, уходил еще дальше, и там волны, ну, были реально выше меня ростом, я на них спокойно так заезжал. Классно было. Вот хороший элемент был, прыжок с приземлением, все получилось довольно-таки удачно. Смотрится, ну, действительно, особенно вот я при монтаже все эти краски, картинку вижу, это восхитительно. Надо учиться больше летать против ветра, ну и надо, наверное, все-таки мне мою пятерочку уже забирать в квадрокоптер, потому что на семерке у нее парусность больше, ей тяжелее, конечно, бороться с ветром. Раскаты, море, шикарная красота. И мы сейчас с вами еще несколько секунд позалипаем на это и будем уже отправляться в сторону дома, заодно я расскажу вам то, что происходило. Так, Александр у нас опять заходит против волн. Вот сегодня ветер, получается, дует вдоль волн. И вот ты когда зарезаешься, чтобы нормально зарезаться, вот видите, вот Саша идет под углом и подрезается на раскатах. То есть у меня из-за того, что я скорость только наберу, волна, скорость наберу, волна, приходилось как раз таки уходить далеко. И вот для меня это было тяжело, потому что для меня, вот видите, ребята катаются такие худенькие на девятках, а я вот такой толстый, большой на девятке. То есть мне гораздо сложнее было. Но будет больше опыта, будем учиться, и дай бог, чтобы такое больше не повторялось. И, мои дорогие, мы видим, что, несмотря на штормы, волны, холод, там все остальное, люди купаются, хотя сам стою в майке и с удовольствием провел в море 2,5 часа, не вылазя оттуда. Арванчик сел, надеюсь, что водичка никуда не попала, потому что он у меня воды боится как огня. Теперь расскажу немножко о том, как я сегодня чуть не утонул. Вы видели ЧП, ситуация с кайтом, там ребята поймали кайт, кайтер выходил из воды, но со своей доской. Что происходило у меня? Мне было тяжело сегодня резаться под берегом из-за того, что волну было сложно проходить, и ветра было немножко маловато мне поначалу, приходилось уходить туда подальше. Но даже сегодня мне мой учитель Александр сказал: Юра, так не надо уходить далеко. То есть Юра потерял страх и уперся куда-то там,
за горизонты. Там волны, кстати, метра сегодня по 2.5 точно было. Съезжаешь с одной стороны на другую. Блин, клево. И тут в один момент пропадает ветер. То есть у меня кайт начинает падать перед самой землей. Порыв ветра его дергает, меня срывает там на глубине с доски, при этом сверху накрывает волной. И я в этот момент понимаю, что я как по инерции набрал воздух, потому что, ну, в принципе, когда погружаешься под воду, ты к этому готовишься. И чувствую, что мне может не хватить выплыть воздуха. Выныриваю. Ну, на последнем вздыхании, то есть, ну, было честно, немножко уже не по себе, ну, уже приходит прям в голове впервые, моему походу мне хана. То есть никогда такого еще не ощущал ни один момент, потому что, во-первых, и далеко от берега, ну и кто мне туда придет, грубо говоря, спасать и помогать. Вот именно поэтому я очень долго готовился, прежде чем выходить. Сейчас вот море не прощает ошибок, хотя тут, в принципе, ну просто стечение обстоятельств. И вот когда меня дернуло, меня еще сорвало с доски. То есть доска где-то там глубоко, хорошо, что меня увидела Галина. Я поднялся, то есть, получается, у меня кайт запутался, я его там кое-как распутал, но говорю, удалось без доски его поднять, и попытался там раскачать, подпрыгивать повыше, то есть доски не вижу, все, думаю, походу огромное количество денег уплыло куда-то далеко, но подъехала Галина, нашла как раз таки доску мою, и она ее не смогла поднять, потому что ей тоже там маловато ветра, и она мне ее там подъезжала, толкала вперед, а я уже вышел на берег, смотрю, что-то она там делает, думаю, неужели доску мою нашла, и пошел к ней навстречу, то есть опять с кайтом обратно в море. Знаете, что самое обидное? Вот все это событие происходило именно в последний момент. Вот я подъезжаю к берегу, там тоже чуть натворил чудес, но все нормально. Думаю, ну последний галс. И уехал глубоко, и возвращаться, думал, уже все. Нет, вот все-таки надо физическая форма, пока у меня, ну, вот сегодня почти 2.5 часа откатался, вот физическая форма вот уже в такой кондиции, как бы уже неплохо, но все равно море идет, говорят, полчаса за час, то есть, ну, час за два по силам, то есть это получается, если бы я катался 5 часов в лимане. Ощущение, конечно, круто, классно, но надо все делать все более безопасно. Дай бог, чтобы в дальнейшем таких моментов было поменьше. Ну, сегодня вы сами видели, то есть, если я только начинающий, так сказать, то сегодня вот опытного человека, я так понял, там или стропа срезалась, или еще что-то. Ну, вот бывает, подводят оборудование, и какие-то такие эксцессы происходят в море. Самое интересное, что я самый толстый кайтер сегодня катался также на 9-м кайте. Блин, интересные ощущения, эмоции классные, но я думаю, что и пролет получилось снять что-нибудь для вас красивое, чтобы вы оценили вообще масштаб того, что происходит. Это уже большинство кайтеров тоже закончили на сегодня катание и по домам разбежались. Ребят, всем хорошего настроения, берегите себя. И вот просто я сегодня, честно, уже думал, походу, все, мне хана. Хотя всю жизнь на море. Пока.